До свидания. Всем приветики, ребятки, с вами Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня примерка одежды с AliExpress, ожидания и реальность. Посмотрим, как это смотрится на Алике, как это смотрится на мне. Годно это, али стрёмно? Стоит ли за это отдавать свои, честно, надеюсь, честно, заработанные деньги или не обращать на это внимания. Вы можете подписаться на мой телеграм-канал с находками с AliExpress, также на мой телеграм уже такой более личный, где я веду как блог, делюсь какими-то мыслями. И да, на мою страничку ВКонтакте, запрещенные соцсети уж не буду особо рекламировать, если вам интересно будет, вы найдете. Не будем затягивать, приступаем. Ну что ж, начнем, пожалуй, с платьишка. Для меня это платьишко ассоциируется, знаете, с такой прогулкой по летнему лугу. Вместе с коровкой, с бычком, с каким-нибудь деревенским хомячком. Такое оно голубое и в маленький-маленький цветочек. Кстати, цветочки похожи на маленькие розочки, но я не уверена. Сразу иметь в виду, что это не какой-то натуральный материал, оно довольно синтетическое, то есть оно, ну, не будет хорошенько продуваться ветерком. И мне не понравилось у него то, что нет никакой завязочки вот на талию. Здесь есть, естественно, это заужение для талии, но я думаю, я просто возьму какой-то ремень и буду там своими носить. И, кстати, ткань вот эта по минимуму мнущаяся, для кого-то это будет плюс. Кстати, на рукавах можно завязать вот так вот бантики, но это надо либо, пока вы не надели платье, завязывать, либо кого-то просить. В принципе, я довольна, и не вау, но и не ужасное, просто адекватное, недорогое платье из Китая. Ну а теперь представляю вашему вниманию комплектик для сладких снов, для засыпаний, усыпаний. Вверх такая кофточка и штанишки. Это такой принт. Бантики пришиты, сама кофточка идет на пуговках, очень, кстати, приятная и мягкая к телу ткань, ну, уютная, нежная, вот хочется скорее в кроватку лечь, заварить чаечек там с ромашкой, с лавандой, успокоить свои нервишки. Мне этот комплект нравится просто максимально, я, наверное, не найду здесь ни одного минуса. И сочетание оттенков, вот этот молочный беленький вместе с фиолетом, как-то это все красиво выглядит, в кармашке можно что-то положить, правда не знаю, что вы там перед самым будете класть в кармашек. По-моему, там были еще другие оттенки, то есть такой же комплект, но другие цвета вот этих вставок и другие цвета штанишек. И нравится, что ткань идет такая, ну, в рубчик, что ли, не в рубчик, а в такую полосочку, имеет текстуру. Очень приятный, в общем, комплект. Мне нравится, сегодня в нем лягу спать, пожалуй. Теперь штанцы и надели, они мне понравились намного больше, конечно, чем на мне, но в связи с некоторыми причинами. Это такие штанишки довольно высокой посадки, и подобного плана штанцы сейчас многие носят, сейчас снова входят, не знаю, в моду, не в моду, как это сказать, короче, снова больше людей появляется в широких каких-то брючках, джинсиках, где-то, может, даже в клешованных, они еще тянутся прям мощь. Не сковывают движения. Кстати, очень удобно было на велике в них катиться. Правда, боялась, что штанина может попасть в механизм, и я свалюсь, но нет, все обошлось, все было окей. Кстати, мне не хватает карманов, мне прям хочется вот руки все-таки засунуть как-то в кармашки, или типа такой раз и в задний кармашек, вот так на попку руку, но здесь этого нет. Мне не очень нравится, как они смотрятся на мне, но сами по себе они, конечно, суперские. Будь я похудее, было бы вообще прям все супер. Может быть, оно еще и будет супер. Да? Может, оно еще и будет супер? Может быть, отдать их просто кому-нибудь, кому они будут больше греть сердечко, будут сильнее радовать. И, наверное, эти штанишки на мне нравятся даже еще меньше, чем те розовые. Как бы объяснить вам почему? Потому что худеть надо, это во-первых. А во-вторых, может быть, это не совсем моя модель. То есть, когда я смотрела на людях, кстати, да, вот здесь кармашки есть. Вот это вот огромный плюс, видите, вот здесь все-таки с кармашками штанишки. А, видимо, когда я смотрела фотки на моделях, это как-то более залипно выглядит. Но когда ты надеваешь на себя, ну вот что-то, ну вот что-то не то, что-то не то. Как-то и ляжки оно обтягивает, выделяет бедра, я это вот не люблю. Ну, не нравится. Плюс выделяются карманы. Ткань сама по себе приятная и очень классный цвет. Знаете, такой лаймово-молочный. Другого я его назвать не могу, но прям красивый. Такой вроде бы яркий, но при этом не ядреный. На попке тоже у нас нет ничего, никаких ни карманов. Вот так выглядит по-фетски. И они довольно коротенькие. Вот, смотрите. Как-то не знаю. Понятно, что это укороченные штанишки, они так и задуманы. Но что-то мне в них не так, что-то мне в них не нравится. Мне бы, конечно, очень хотелось в них ходить и чувствовать себя комфортно. Не знаю, напишите вообще в комментарии, как вот вам такой план штанцов, нравятся ли вам такие брючки, такие штанцы. Кстати, очень длинные завязки, я не знаю, куда такие завязки.
Вот от этой вещички я просто в восторге. Я уже гоняла, кстати, в Петербург в ней, гуляла там пару дней. Это такая, типа, юбочка-обманка. Почему обманка? Потому что, ну, вот вы видите, как будто юбка-карандаш. То есть такой юбец короткий и так далее, да, и сзади девочка в юбочке. Но на самом деле это шорты, смотрите. Оп, легким движением руки поднимаем вот эту часть. И здесь у нас шортики. Это очень круто, это очень удобно, особенно в ветреную погоду, особенно если вы любите наклоняться. Мы гуляли в достаточно ветреном месте, кстати, да, можете посмотреть влоги у меня на канале, в Кабельпорт мы ездили, там уже было второй раз, и там очень ветрено, потому что это все уже рядом с водой, там ветер просто мощный. Мне постоянно поддувало сюда. Но это все поднималось, и вот здесь просто были шортики. Очень здесь классная, такая приятная ткань. Она мне напоминает, знаете, такую ткань из, не знаю, из моего детства. У мамы блузки были вот из такой ткани. Она какая-то лоснящаяся, такая вот скользенькая. А здесь идет резиночка. То есть так все держится на резиночке. Застегивается это сзади, просто на такую тоненькую молнию. И... сейчас чихну. Это же цвет кабачковой икры, а я так люблю кабачковую икру, поэтому это вдвойне круче. Ребята, и вот видите, вот так вот разрезик, так смотрится очень интересненько, так выправили свою ляжечку, ножки махнули, как говорится, и пошла. Меня, кстати, да, многие спрашивали уже, откуда эта юбка, шорты, когда смотрели мои сторис в Инстаграм. Ну вот, это AliExpress, ставлю прям лайк-лайк, ла-ла-лайк-лайк, а теперь немножечко готики. Рубашка, туника, рубашка, платье, называйте как хотите лично. Я, наверное, скажу, что это такая рубашка-платье. Собственно, так и позиционируется. Действительно, смотрите, такая длинная. И сейчас я просто ее надела, ну, какая она есть. То есть застегнула пуговки и так далее. Кстати, здесь можно потянуть вот так вот рукавчики, сделать 3/4. Мне так даже больше нравится, вот так вот, чтобы было присборено. Конечно, эту вещь можно носить и так, если вы любите свободные вещи, чтобы не сковывал движений. Можете расслабить свое пузико, поесть от души, пузико на выкате, и об этом никто не узнает. И, кстати, это российский бренд на AliExpress, хотя много российских брендов, и это вот один из них, Mirrors называется. Наверное, не полностью затяну, а так вот средненько. Выделить немножечко талию, аномалию. Талия действительно аномалия после хорошего аппетита. Как вам, как вам? Мне плохо отсюда видно, но по ощущениям прям очень приятно. Сразу выделили свою фигурку, сразу более такие точеные стали. Мне прям нравится, как выглядит эта рубашка, она прям вау. И здесь такие скругленные краешки с вырезом. Вот, смотрите, так выглядит сзади. Короче, я прям довольна. Вот так вот ходите, подмигивать незнакомцам. Шучу, я замужем 10 лет. 10 лет, мать его. Еще одни штанишки. Самое главное, что я могу о них сказать, что мне нравится в них больше всего, это их натуральность. Они прям очень такие легкие, почти что неощущаемые на коже. Ну, то есть хлопковые и широкие. Прям супер, супер. Их носить в жару, вот самое то, если вы не любите там короткие шорты, короткие юбки. Вот такие штанцы будут просто вау. Сейчас я опущу вас пониже, вы посмотрите, как они классно смотрятся. И особенно мне нравится еще их цвет. Что за подкидыш? Фифи. Они прям вот так вот застегиваются на талии, то есть они достаточно высокие. Здесь, кстати, идет резиночка. У них есть кармашки. Это для меня большой плюс. Люблю периодически засунуть свои ручки в кармашки. Вот такое свободненькое. Мне прям приятно в них находиться. И, наверное, это один из моих самых любимых оттенков фиолетового. Это когда фиолетовый смешан немножечко с коричневым, смешан немножечко с серым. Думаю, можно носить будет как с какими-то кроп-топами, просто с топиками, так и с более длинными футболочками, блузками. Ну, то есть тут вариантов просто масса. И я думаю, что в эти выходные я поеду в них отмечать день рождения супруга, хоть в этих штанцах. Да, это ткань, которая довольно быстро мнется, чуть посидишь где-то там, и сразу у тебя новые мятины. Но это все ей прощается за ее натуральность и приятность. А на теле мне прям вообще очень зашли эти штанцы. Ну а теперь время побыть лягухой. Видите, у меня есть лягушачьи лапки. Короче, когда я увидела эту толстовку в рекомендациях на AliExpress, я просто не смогла ее не заказать, сейчас поймете почему. Мало того, что вот здесь есть а-ля лягушачьи лапки, просто пришиты. Также к этой толстовке идут двое вот таких плюшевых пинов. Есть авокадинка, как вы видите, и какой-то чувачок. Не знаю, похож на динозаврик. Давайте в комментариях, кстати, да, порассуждаем, кто это может быть, если не динозавр. Сейчас я вам его открытку покажу. Смотрите. Кстати, давайте дадим этому чуваку имя.
Пишите в комментарии свои идеи. Какой комментарий наберет больше всего лайков, какая идея, и это имя дадим этому чуваку. То есть это прям действительно полноценные брошки, которые идут в комплекте с этой толстовкой. Но главная ее фишка – это капюшон. До свидания. Я спать. Как вам такое, ребят? Я, кстати, не вижу, как я даже выгляжу. А, нет, вот через прорези немножечко. Через прорези в молнии. Да, я чуть-чуть вас вижу. Лягушонок кермит, как говорится, не дать, не взять. Там, по-моему, еще были другие оттенки. Фу, как жарко, я, говорит, твоя налево. Я вылезаю. О, ладненько, ужарела. Короче, да, там были, по-моему, другие цвета, но вот мне захотелось, раз лягуха. Лягуха какая у нас? Лягуха зеленая. Логично, логично. Хотя что логичного? Есть в мире не зеленые лягухи. Сейчас каждая не зеленая лягуха, и чего на меня обиделась. В общем, очень классная толстовка. Она, кстати, такая широкая под низом. То есть она, видите, низу ужается, как мы привыкли, что есть вот какая-то резинка снизу. Здесь этого нет. Здесь просто так, хопа, гуляй, рванина. И если вам стало холодно, там сильный ветер, вы надеваете капюшончик и еще и застегиваетесь. И все. Никакие вам ветра не страшны, ничего. Мне кажется, это... Эта толстовка просто находка на осень, когда уже вот будет действительно ветрено на улице, вы сидите там на лавочке, не знаю, в парке, и вы такие раз застегнулись. Конечно, со стороны это будет, знаю, очень интересно смотреться, прикиньте такое, ну-ка сейчас я... Чисто со стороны вы идете, не знаю, там по парку, по аллее, на лавке сидит вот, вот так вот чувак, книжку читает такой, типа... Да-да-да, да-да, война и мир и так далее. Еще хочу вам показать, у меня появилось очень стильное колечко. Странно, конечно, наверное, видеть кольцо в примерке, но решила вам его здесь показать на себе, потому что я на него просто залипаю. Это, кстати, серебро, серебро 925 пробы. И оно представляет собой вот такое как бы двойное колечко, на котором висит булавочка. И на булавочке, на ее головке, здесь вот такие вот как бы алмазики. То есть это очень красиво выглядит, переливается. Я вам близко сниму, вы посмотрите. Просто очень залипательное кольцо. И эта булавка, она, видите, такая здесь подвижная. Я это колечко ношу на большом пальце. Мне кажется, здесь смотрится как-то вот лучше все, как-то, не знаю, так симпатично. Кстати, очень понравилась задумка этого кольца, потому что я вообще ценю в украшениях какую-то свою фишку. Я не люблю вот этот стандартный там цветочек, какой-нибудь там лепесточек. Я не спорю, это все красиво, но это слишком обычно. Оно прям такое вот, ну, типа как у всех. Тут вот вроде, да, вы видите, что, ну, блин, как бы, да, это серебряное украшение. Тут вот такая тема, что... Что-то такое еще дерзкое, булавка, еще и подвижная. Короче, мне прям очень зашло. Кстати, это ювелирный дом Алькор. У них очень много там украшений. Можете найти что-то на свой вкус. Но я вот за всякое такое неформальное и необычное в украшениях, собственно, своего стиля придерживаюсь и себе верна. На этом мой ролик подходит к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Целую каждого, кто поставил лайк. Кто написал комментарий, на 2x целую. Ребята, спасибо вам за ваше внимание, за вашу поддержку, за ваш актив. Ценю каждого из вас. И да, увидимся мы с вами уже очень и очень скоро. Все, пока!